Мы с котом смотрим за Полей. Она пошла искать куртку. Мы отнесли туда мешок. Еще перед летом с зимними вещами. Так как на улице сегодня 3 градуса, говорит, давай-ка надевай куртёшечку потепленнее. Доброе утро. Я вчера съездила к подруге. Напились чаю, наболтались. И я полвторого только приехала домой. Не особо выспалась, конечно. Я уже так привыкла ложиться пол-11-11 в кровать. Но зато я вчера вырубилась. И вот сейчас еле-еле... О, продрала глаза. Мы, кстати, разобрали шатер, сняли все тканевые элементы, подушки, диваны собрали, обмотали скотчем. И все, я перестирала все чехлы до следующего лета. Пустенько так на улице. Вон Поля нашла свою куртюху. Снеговичок мой пошел в бой. Ну, у нас 4 градуса. Все, пока. Хорошего дня. Я просто, знаешь, почему спрашивала, заберешь ли ты нас? Пришли же рюкзаки, я планировала забрать их сегодня. Ну, завтра. Завтра я планировала размонтировать видео. Пока монтируешь как раз. Нет. Пока. Пока. Пока, Поль, хорошего дня. Пока. Ой, кто там? Кто там разговаривает? Что за... Ай! Трусная команда. Доброе утречко, лохматый зверек. Кто это там у Саши прячется? Кто там прячется? Пукас, Лукас. Ой, спрятался. А это ревнует сразу. Ну ты чего ты ревнуешь? Что ты у меня самый красивый. Только никому не рассказывай. Как Осику дала грушку. Да кушай, кушай, эту грушу я тебе дала. Кушай грушу, больше ничего не дам. Варится у меня уже гречневая кашка. Мясо есть. Здесь Саньке сварила пшённую, пшеничную. Заварила чай. Замочила овощи, фрукты, сухофрукты, орехи. И там моя кашка. Сеночка моя. Сейчас попью водички, будем завтрак. С 8:30. Вот так вот выглядит печаль. Когда ты хотел попить кофе, а он закончился. Я заказала на Вайлдберрисе 1 кг. Но придет либо сегодня, либо завтра. И мое утро осталось без кофе. Я это сделала. Я отвезла родителей. Я уже устала. Время 12 часов. Я уже устала. А, это, конечно, ну, тяжело с родителями. Тяжело. Я подъехала уже второй раз к родителям. И время без 15 час, я уже устала. А у меня еще все самое интересное впереди. Но самое главное, я отвезла родителей домой. Они, конечно, в шоке. Но я говорю, что все, выбора у вас нет, вы едете к нам домой. Унитаз поменяли, все отлично. Дома, конечно, вонище жуткое стоит. Я купила освежитель воздуха, купила там какие-то чистящие средства. И сейчас сижу, жду, когда подъедет клининг для того, чтобы вместе подняться и уже начать убираться. Фу, вот такие дела. Сил, конечно, чего-то нет у меня, но хорошо, на улице сегодня солнышко. А, хотя так и не скажешь, да? Тучи какие-то. Но вообще нет, дождя нет. И это классно. Вот, я думаю, что сейчас в процессе я прям войду в кураж, и мы все отмоем. Будет чистота и порядок. Еще должна сестра прийти собрать какие-то вещи. Потому что мне здесь все, что нужно было в этой квартире, я забрала. Уже давным-давно. И если мне 5 лет ничего не нужно было, то значит мне уже ничего и не нужно будет. Вот, поэтому если какие-то вещи нужны сестре, она их заберет. Вот, чтобы они, ну, чтобы их не выкидывать. И все, и будет, надеюсь, что у нас сегодня очень-очень чистенько. Шторы там все папины, мамины высохли.
Я заставила их, сейчас привезла, сняла с них куртки, шапки, все засунула в стиральную машинку, они все экономят. Не, стирают, не знаю, раз в полгода, наверное, поэтому я с них все сняла и засунула в стиральную машинку. Я говорю, пока вечером приеду, уже все высохнет, и вы поедете чистенькие домой. Вот, конечно, для родителей стресс, но что делать, надо как-то, зато одним днем мы сейчас быстренько все сделаем, и все будет готово. Надеюсь, им будет приятно в квартирке чистенько находиться. Единственное, что сдвинулось у нас на час, пробки сегодня жуткие в городе. Я столько времени потратила, просто туда ехали все светофоры, пробки, все собрала, все, что можно. Вот, я, кстати, успела забежать в Пятерочку перед домом, купила кофе. Наверное, по темпу моей речи вы поняли, что я уже выпила. И мне уже стало гораздо лучше. Вот, но, кстати, кофе, хочу сказать, я купила Powerlink в Пятерочке, 400 с чем-то рублей, 250 грамм. То есть килограмм, получается, умножаем на 5, 2000. А на Озоне я заказала килограмм за 1000. Но мне не дождалась, без кофе я бы сегодня вообще, мне кажется, умерла бы. Так, ну что, вот он, красавчик, новенький, чистенький, идеально. Все хорошо там дядечка сделал, он сказал, что вот эти вообще по-хорошему трубу, там кусок еще надо менять, но мы посмотрим вообще-то. А, да, квартира прям вот, полы не мытые, 100 тысяч лет, никогда я ему квартиру не показывала здесь. Еще видите, вся пыль, все двери грязные, двери все вон грязные, все грязное, папины чирикалки здесь. Чирикалки. Чего, уехала ваша дедушка? Да, уехал, мой хороший. Вот, в общем, здесь вот, вот пол в таком состоянии, тумбочки, все это очень грязное. И там, посмотрите, что творится, там просто висит пыль. В общем, я не знаю, за что браться. Здесь сейчас приедет клининговая, и мы как-то с ними распределим фронт работы, потому что я не заказывала окна. Вот, и я буду, наверное, мыть окна, а клининговая все остальное. В общем-то, зеркала ведь все грязное, все. В общем, хочется так навести порядочек. Ну, да, ладно. Так-то сойдет. Доброе утро, друзья! Сегодня 24 октября. Это значит, что у детей начались каникулы! Ура! И мы счастливы, на улице солнце. А, и вообще какой-то кипиш сегодня с утра происходит. Александр у нас сегодня проснулся в 8 утра. Помыл посуду, полил цветы, убрался у собаки, вытер стол. Убрал шарики, в общем, навел порядки в доме. У меня, конечно, есть такие подозрения, почему Саша такой добрый, хороший мальчик сегодня. Но маме очень приятно, это вообще прям очень-очень приятно. Прям чудесное начало дня. Так, кот, я сейчас кому-то дам по ушам. Лазить по столам застанется. Так что вот, представляете, какая прелесть. Будем сегодня переезжать. А еще я сегодня, правда, немножечко работаю. Немножечко. И что-то там еще нужно было мне сделать. Ну, в общем, основной акцент сегодня будет на переезд вот этой красивой умной девочки в свое жилище. Ну, сегодня уберемся и поможете заодно. Да, Сань. А я отжалась, пожалуйста. Ты отжался? Чуть-чуть, это как? Один раз наполовину? Нет, 20 раз. Вот. О, ну вообще. В общем, шикарный мужчина сегодня. Полечка делает вся на блин с сыром. А я буду себе делать кашу. В общем, да еще раз доброе утро! Я не только себе, и всем. Доброе утро. Ты самый ласковый мальчик в мире сегодня. А, что я включила камеру-то? Я хочу вам рассказать, как дети закончили учебный год. Саша, рассказывай, как ты закончил учебный год? Ну, как-то плюс-минус. Плюс что? Ну, 4-5. Угу. А минус? 3. 3 у Саши вышло по английскому языку. Ну, Саша нагонит, да? А у меня 5. Ой, извиняюсь. Поля... По русскому 4, а по французскому английскому опять 5. Я не понимаю, как это работает. Вот. Ну, в общем, дети все равно очень большие молодцы. Да? И Саша во второй четверти справится. Будут одни 4 и 5. Да?
будет повнимательнее относиться. А у Поли вообще одни четверки и пятерки. Поля молодец, девятый класс. Но там, кстати, очень многие, ну, там, допустим, по математике, по физике, там что-то еще, по-моему, выходили у кого тройки, поставили четверки. А у параллели у девочки вообще балл был 2, какой-то там, ей поставили 4. Пожалели. Понятно. Значит, не знаю, что, косы запытаешь? Ну, у меня вот четко, если было 4, то выше 4, если 5, то выше 5. Вот. В общем-то, у нас в Поле задача на каникулах посмотреть институты, колледжи, не знаю, что там, университеты, техникум, и принять твердое решение, оставаться или нет на 10-11 класс, нет. И какие предметы сдавать на ОГЭ. Угу. Да, Палиш? Угу. Такой очень... Какой? Ну, английский, понятно, как бы. Ну да, один предмет Поля определилась, она будет сдавать английский. Я точно нет. Вот. И нужно посмотреть, все-таки выбрать какое-то направление и его придерживаться. Сложный шаг, но надо что-то придумать. Так, папочка у нас поехал за молоком, потому что у нас закончился молоко. И мы будем завтракать. Пахнет Полюшкиным овсяным блином. Да? Что ты там делаешь? Я, кстати, второй раз делала, я мне рассказывала, второй раз делала нанопластику волос. Саша не делает массаж ушей. Ты какой-то сегодня прям мега положительный, Саня, меня. Но это сейчас голова уже такая не особо свежая, трехдневной давности. Но, в общем-то, нанопластика волос подразумевает, что волосы становятся очень гладкими, не пушатся, когда на улице влажно, и быстро очень сушатся в моем случае, потому что если намочить мне голову, то я сушу ее там целый час. А сейчас я сушу ее минут 15, наверное. Вот. И мне нравится. Я уже делала второй раз. Первый раз я делала летом. Прошло 3 месяца. Я сделала второй раз. И теперь результат должно хватить на полгода. Сейчас я посветлее сделаю. Это я делала. В общем-то, вот, смотрите, волосы, видите? Блестящие какие. Мне понравилось. Стоит, конечно, до ядрени фени, но только из-за того, что у меня очень длинные волосы, они очень-очень густые. То есть у меня волос вот на 2 человека, мне кажется, хватит. Дима тебе сделает прическу. Иди ко мне, Сима, прическу тебе сделаю. Вот, вот кто ведьма-то. Ведьмак. С черными глазами, черными глазами. Хочется есть уже. Пошли завтракать. Да? А еще... А, мы, кстати, с вами расстались-то на том, что я поехала к родителям убираться. А, да? Я так устала в тот день, просто невообразимо. Мне некогда было ничего показывать, но у родителей чистота. Я, кстати, хочу в понедельник к ним заехать, проверить порядки. Вот. И квартира прям задышала, но я устала так, что просто неимоверно. Я выкинула, наверное, мешков 10 мусора, чтобы вы понимали, не обычных таких 60-литровых, а у меня в машине лежали такие 120 литров мешки, и я выкинула вот все, что посчитала ненужным, какую-то посуду со сколами, какие-то статуэточки, что-то такое, в общем, беспощадно. И думала, родители меня, конечно, убьют. Но нет, прокатило. Причем я сказала, говорю, что если вы что-то не найдете, то ну, это либо в ящике где-то, где это лежало, рядышком ящики какие-то, либо это все на помойке. Вот. Пока папа позвонил только про эту тарелку, спросил. Я сказала, что я ее выкинула, потому что она была отколотая. Папа говорит, а ну ладно. Вот, так что поедем с вами в понедельник проверять порядки там. И, в общем-то, дальше-то я пропала, потому что было очень много работы, заканчивался ремонт у Поли в пристройке, нужно было все проверять. Мы там убирались 2 дня, собирали мебель. Полишка все снимала, скоро выйдут видео ее про то, как пристройка строилась, про то, как мы там делали ремонт и про вот уже окончательный переезд. Так что прям я даже не верю, что подходит это дело к концу.
Поль, ты веришь? Нет. Может быть, даже Поля сегодня останется там уже ночевать. Ой, Саша мне вот такой хороший массаж делает. Кстати, мне сегодня на все руки мастер. Мне кажется, осталось дождаться только папу с молоком. Я сделаю кофе. Кофе сделаю? Я что сделаю с твоим молоком? Сделаю. Кофе вообще волшебный. Мне вчера подруга, кстати, посоветовала, где купить кофе. И вот надо будет попробовать там купить. Она говорит, это лучший кофе, который она пила. А, мам, а? Я вот это еще возьму. И вот тут я потеряла, только опять на мочке. У нас пришла посылка с iHerb. Я тут уже приготовила. А, все, не лови, скорее. Сейчас Луга такой прибегает, такой... Ну там омега-3 жир ему, конечно, не повредит. Спасибо. Вот у меня такая горсточка. Да. Вот, как? А вот водичка. Давай. Тут, вот так вот, вот так. У меня столько помощников сегодня. Вот. Вот они. Короче, я вам сейчас расскажу, вот что я пью на данный момент. Но я их выложила просто, чтобы после еды сразу выпить, не забыть. А это пить можно? Конечно. Вот такая вот банка, огромная, просто размером с мою голову. Тяжеленная. Тяжеленная, стеклянная. Ага, это омега-3. Пью я и Дима по 2 таблетки утро-вечер. А, вот эти таблетки тоже, они для мужчин и для женщин. А, это поддержание здоровья. Там целый комплекс, почитайте в интернете, откройте. Там очень полезные какие-то штуки. Так, витамин D3, да, я допила до этого, которые были витамины, пьем теперь опять, потому что солнце пропадает, не надо этим, зачем? Так, что еще мы пьем? И я пью витамин B12 и хром. Что такое B12? Что так их всех назвали? А еще-то где-то. А, и камера у меня стоит на магний. Такая тоже гигантская банка. Магний – это здоровые нервы, нервная система. Вот, так что такие вот у нас осенний набор витаминок. Все, пойдем завтракать. Да. Мы вчера с Сашей делали вот такие вот наборчики. Я заказывала орехи и сухофрукты, и мы решили сделать наборы для машины, ну там для школы, кому как хочется. Вчера отдали уже Диме в машину, здесь так вот открывается. Ой, это Полишка там кофе делает, папе. А там намытые отборные орешки и сухофрукты. Вот так вот видно на солнышке. И еще вот такие вот там хлебцы. В общем, если захочется в дороге перекусить, вот такие штучки мы вчера делали. И сами пакетики делали из старого пакета какого-то. Видите, тут все на скотче. В общем, прикольно получилось. Надо будет сделать еще. Привет! Привет! Сейчас стала пересыпать сахар, Дима купил сахар помимо молока. И знаете, что вспомнила? Раньше родители покупали сахар мешками. Это были огромные такие, огромный мешок, прям как с картошкой. И он стоял у родителей в спальне за дверью, и у нас была в нем такая чашечка, которой этот сахар набирали и несли на кухню. И со временем сахар впитывал влагу и начинал каменеть. Приходилось эта чашка вот так вот скрести, так как горную породу добывать сахар. У вас такое было? А сейчас мы покупаем вот такой пакетик, наверное, раз в месяц, потому что практически никто сахар не ест. Ну так, добавляем выпечку, добавляем, там Саша чай, например, может посластить. Вот, но стараемся как можно меньше есть сахара. Каравай, каравай, кого хочешь, выбирай. Вот такой получился блин с сыром, овсяный блин с сыром. А у меня вот это мое. Солнышко! Я уже немножечко опаздываю, завела машину. Очень легко оделась. Ну, в плане того, что даже не стала куртку надевать, потому что я на работу и обратно домой. У меня сегодня одна девочка, потому что мы, в принципе, планировали с Димой уехать в Москву.
отдохнуть. Но решили, что надо заняться все-таки переездом по Лишкиным, потому что сейчас каникулы пролетят моментально. Вот, поэтому поездку в Москву отменили. А клиентка у меня одна. И я нашла свои недавно эти такие брючки, ну, лосинки. Типа кожаные. И они такие тепленькие, клево. Прям очень сейчас комфортно. На улице прям красотища. А я уже отработала. Знаете, куда я сейчас еду? Я сейчас еду в Лазертаг. У Саньки, Саня был на дне рождения и забыл там свои кеды. Приехал домой в кроссовках. И вот до сих пор они там лежат, то некогда забрать, то когда у меня есть время, там никого нет. И вот сейчас тот самый случай, когда вроде как все должно получиться, и я заберу наконец-то кеды. Я уже успела побывать в тандеме. И мы купили диван. Ну, как диван. Мы купили в спортзал, так называемый наш. Это первая комната, где Поля же будет жить. Там первая комната, это будет у нас такой мини-спортзал. И мы купили такой раскладной диванчик по принципу аккордеона для того, чтобы, например, мама приезжает, могла остаться ночевать. Вот, потому что он такой раз разложился, поспал там ночь, собрал, и он занимает минимум места вообще. То есть остальное пространство свободное, потому что такие более серьезные диваны, они, во-первых, и цена сразу прям такая в разы. Вот, а во-вторых, такой большой диван, чтобы он занимал там место, нам совершенно не нужно, нам нужно больше пространства. Вот, так что сегодня обещали привезти, я думаю, что я вам, может быть, его покажу. Но это не точно. Все, сейчас еду домой к детям. Дима поехал еще по работе. Дети там начали разбирать вещи, перебирать, складывать. Сейчас должны пообедать. И как раз я приеду. Мы перекусили в тандеме. Я приеду и будем уже, наверное, что-то даже переносить. 24 октября сегодня. На улице 11 градусов тепла. Это сейчас еще тучки такие появились. Там вообще тепло. Даже непонятно, что это поздняя осень. Утки на юг полетели. Так, ну что, вот тут на входе сразу первые коробки стоят. Коробки. Коты, тут опять коробки. О, вы что, съели весь торт? А там оставалось совсем чуть-чуть. Мы даже сами не поделились, как мало. Ого, а я думаю, сейчас кофе попью с кусочком тортика. Фигушки. Хочу кофе. Попила кофе, а что-то меня в сон клонит. Сейчас, мне кажется, легла бы и уснула. А Поля там наливает воду. Сейчас пойдет еще раз пропылесосит, помоет там полы. А я пойду посмотрю, какой кавардак творится в детской. Надо как-то раскачивается. А Саня пошел к Никитосу за книжечкой. Пам-парам-пам-пам. Ой, какие-то детские тут еще платья висят. Господи. Господи, откуда они взялись-то? Ой, да. В общем, буду сейчас все перебирать. Так вот это все выглядит. Тут кровать мы будем продавать. Вместе с двумя матрасами. Поля заберет вот эту тумбочку себе. К столу поставит. Она все оттуда уже вынула. Надо ее только помыть. И потом Дима приедет, переставит. В общем, хаос. Хаос. И весь мусор так вот. Все, что выкинули. Не было сил его складывать. Повыкидывали так прям через дверь. Надо его тоже собрать и вывести по-хорошему на помоечку. Кто-то уж ему за что мне убежать. А я тем временем устрою для вас в тени уютное гнездышко. В реке росло много кувшинок. Их широко... Пишется к тебе. Короче, вы понимали?
Шел второй или третий уже час. Тут Поля уже сам ко мне присоединилась. Я помогаю разбирать, выкидывать и достаю вот это вот из ящика. Поля говорит: мам, я знала, что ты захочешь это выкинуть. Я говорю: а что это? Она говорит: это коллекция моих чайных пакетиков. Вы понимаете? Коллекция чайных пакетиков. Они все подписаны с QR-кодами какими-то. А что за... А, это QR-код этот. Жесть. Поля сказала, что любитель чая меня возненавидит. Простите меня, любитель чая. А нам сейчас будут заносить диван. Вот вы можете посмотреть, какого он офигенного цвета. Димуль уже приехал. Сейчас будет заносить. Ура! Видите, он такой, кажется, здесь огромный. Кстати, на камере он отсвечивает и не передает цвет. О, божечки, это вообще, мне кажется, никогда не закончится. Да, Морис? Морис. Поля книжки складывает. А у тебя есть в школе кто-нибудь, кто любит читать? Не знаю. Морис, что вы можете сказать по этому поводу? Что вы думаете по поводу всего этого бардака? Морис, ну что вы думаете? Что вы думаете по поводу этого бардака? Морис, что ты думаешь по этому по поводу? Время 8:00. Полишка помылась, пошла разбирать там все в комнате в своей. И здесь такая разруха и хаос. Ну, ладно, Саня пока поспит здесь. А в ближайшие дни мы здесь доразберем вещи. Просто сегодня уже нет сил, если честно, этим заниматься. Вот, мы все доразберем. И здесь тоже будем делать какой-то минимальный ремонт. Мы хотим перекрасить стены, купить другую кровать. И, может быть, маленечко сделать какую-то перестановку. В общем, посмотрим. А пока вот так. Наступила ночь, и проснулась мафия. Мы сейчас едем менять Диме резину. Потому что на следующей неделе, там в конце недели уже снег, лед, гололед. Пока нет очередей, надо менять резину. Сегодня Диме меняем, а завтра поедем менять мне. Кстати, спасибо всем огромное, кто поздравил с покупкой машины. Это такой кайф, потому что теперь мы не зависим друг от друга в плане куда-то поехать, что-то где-то забрать. Это бесценно. Эти темные ночи белыми короче. А очень быстро поменяли резину. Меня не видно. Нифига. И, собственно, время 10:00. Фокус. Время 10:00. Но мы едем не домой. Мы едем смотреть бой какого-то мужика. С невыговариваемой фамилией. Но Дима сказал, что его все знают, и все знают, что сегодня будет бой. Проверим. О, здесь посветлее. Потому что мы практически в центре города. Мы находимся около гостиницы... Не помню, как она называется. Волга. Не Волга. Прикиньте, я забыл, как называется гостиница. Я забыл, как гостиница называется это. Волга же, Волга, да, значит, правильно. И мы идем, знаете, какой ресторан называется Харац. Вообще-то не ресторан, это пивнуха. Что ж там? Что ж там греха таить? Это пивнуха, а не ресторан. Ну ладно, пивной ресторан. Вот, Дима там уже был, а я первый раз. В общем, посмотрим, что нас там ждет сегодня. Что? Ты не с тобой, что ли? Очень смешно. Шутка самосмейка. Смотрите, какой здесь мужчина нас встречает. Дровосек. Стол есть. Что это? А, я думала, это какие-то звезды. А это просто посетители. Посетители. Очень атмосферненько, мы сидим за круглым столом на таких длинных ножках, у меня там ноги болтаются. Вот будем мы здесь смотреть бой. Народу много. Шум такой. Как помнишь, раньше в Питере были такие рестораны пивные, где большой-большой зал,
И все вот так вот сидят, и такой шум, как в столовой. Я буду рыбу, а Дима будет рульку. Я не все эти не буду. А, есть хочу, здесь так мясом пахнет. Очень хочется есть. Всем, мы дома. Не дождались мы, пока будет выступать Нурмагомедов Хабиб. Уехали домой, и вот Дима включил на телеке. Сейчас будет смотреть. А у нас нет дома детей, представляете? Потому что они сегодня ночуют. Ну, поедем на вместе. И Саньку мы разрешили вместе с Полечкой переночевать первый раз. Ему же тоже очень интересно, тоже хочется. Вот, поэтому мы разрешили. В общем, завтра будем спрашивать их впечатления. Все, пойдем отдыхать. И до завтра. Пока-пока.